Выразительный взгляд, безмятежная улыбка. Подобные портреты кубинских девчонок и мальчишек последние 2 года появляются на старых домах в пригороде Гаваны. Их автор – молодой художник Майсель Лопес. Говорит, вдохновение почерпнул в словах национального борца за независимость Хосе Марти, который сказал «Дети – надежда мира». Недавно Лопес начал работать над серией картин под названием «Исполины». Мне кажется, дети играют очень важную роль в развитии любой нации. Хочется показать их крупным планом, чтобы люди ценили их за эту важную роль. Родителям приятно, когда портреты их детей становятся всеобщим достоянием. Я так горжусь тем, что портрет моей дочки стал частью уличной арт-галереи в этом городе, где мы живем, где она родилась. Художник сначала расписал стены домов и магазинов в районе Плая. Здесь он родился 31 год назад и живет по сей день. Эта картина великолепна, она украсила район. Замечательная идея – украсить и немного оживить улицы, которые всеми забыты. Очень красиво, всем нравится. Теперь Лопес пишет детские портреты в соседнем районе Марианао. Делает это бесплатно. На каждое произведение уходит от 4 до 7 дней. Натурщиков ищет среди детей, живущих поблизости. Уличное искусство – редкость для Кубы. Любая деятельность здесь жестко контролируется властями. Но молодой художник добился официального разрешения. В свободное от уличного творчества время Лопес преподает и пишет портреты на заказ.